А, так это я в засаду попал. Ага, написано перехват. Перехват это перехват. Так, куда здесь можно войска развернуть? А где пушки? Эти здесь. Так, эти пушки, значит, сюда. Эти, значит, вижу. Сюда. Это еще где? Ясно. Здесь больше пехоты, значит, вот так разворачиваем. Это разворачиваем туда. Так, теперь эта пехота. Как же нам поступить-то с нее? Сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Вот эти три рядом с пушками будут. А все остальные... разворачиваются сюда. Теперь эта конница пока сюда. Это вот сюда. Когда уже разбираться. А я думал, просто перехват. Армии построятся нормально. Ничего подобного. Стреляешь, сволочь. Где там пушки? Готовы? Так, задержал пехоту, хорошо. Теперь стоп. Эту пехоту надо сдвинуть сюда. Да не так. Эту вот пехоту ставим пошире. Так, теперь эта пехота бежит сюда. Так, генерал назад. Ага, надо сюда помочь. Вот сюда пусть генерал. Пушки вот сюда пусть стреляют.
Вперед. Ничего, разберемся. Отобьемся. Так, конницу немного отвести надо. Потому что не бежишь, сволочь. Давай, хватайся за. Конница, не можешь выбраться отсюда. Так, все. Пехота сюда. Генерал погиб, ладно. Охрана генерала пусть сражается. Генерала нового наймем. Пока надо держать фланг левый. Хотя тут непонятно где, какой фланг. Все. Теперь сюда переносим огонь, забиваем. Где тут пушка? Блин, не дают пострелять моим пушкарям. Так, все. Разворачиваем войска. В рукопашную. Пушки сюда. Огонь. Эти войска сюда уже можно передвинуть. Конницу пусть отступит немного. Думали меня в засаду поймать. Ступить немного, чтобы пушка мне мешать. Так, разворачиваем так. Ладно, пусть пока так работают. Добиваем. Держим пехоту. Здесь штыки. А ну получится. Артиллеристы. Поможем пехоте, хоть и неправильно они стоят, русские, ладно, может получится вот так вот. Ну, давайте сейчас. О. Поможем картечью. Отряд какой-то. Разворачиваем. Вперед. Да
Добиваем, добиваем наступающих. Хотели меня в засаду заманить, как? В засаде разбить. Я знаю, как надо разворачивать войска с походного положения в боевое. Быстрей давай сюда. Добиваем. Отступили, этих можно ядрами. Продолжаем все. Генералом пожертвовал, но зато победил. Так, здесь за этим отрядом погонятся. Ничего. Так, в чем дело с пушками тут? Почему не стреляет эта пушка, непонятно. Не хотят. Хотят, так не хотят. Куда здесь можно еще перенести огонь? Не попадают, ладно. Ну, думаю, достаточно. Вражеская армия разбита. Так. Потери. В два раза меньше. Так. Пушки много настреляли, хорошо. Да, ваше величество. Так, вот у меня свеженькая армия Шереметьева. И добиваем. Все. Датский десант уничтожен. Так, денег, конечно, нет. Так, здесь недовольство. Ладно, деньги нужны. Так, а здесь армия пополняется. Хорошо, пусть так будет все. Вашим услугам, ваше величество. Здесь, сюда. Не понял. Потом разберешься сам. Не понял ты. Это армия. Пойдет сюда. Пополнится и на корабль. Это. Так, ну надо, чтобы они восстановились сначала. Войска, потом уже будем сражаться. Посылать их в бой. Так, ну, пока все. Так, делаем следующий ход. Исчезаю.
Так, я теряю коми. Восстанавливается. Ух ты. Ваш покорный слуга. Эти пушки уже мне не нужны. Шереметьев пусть идет сюда. Разбирается с харизмом. Как эта армия еще неизвестно, когда подойдет. Порядок есть. Да, кстати, конец достаточно. Пехоты добавим. А, не понял. Да. Тю ты. Троих выделила, все побежали. Ладно, возвращайся. Так. Здесь пусть... А, так, эти калмыки. Так, пусть порту будет пока армия. Здесь армия восстанавливается. Хоть и не вся. Вашим услугам, сэр. Так. Да. Кстати, до коми далеко больше, чем два хода, так что успеем восстановиться там. А вот лучше здесь я пополнение сделаю, так как будет скоро бунт, пригодится. Так, делаем ход. Так, здание восстания. Растоптать их! Победа, слава! Разбиваем. Восстанавливаем войска. Теперь где там Шереметьев уйдет разбираться с этими ж, как их звать, с харизмом. Вперед. Так. Вот. А, кстати, Дания. Ага, можно уже отключить налоги, и бунта уже не будет. Так, здесь... Они у нас в руках! Всем приготовиться! Что ж, попробуем разбить эту гарнизонную армию. Ополчений много. А, подкрепление же еще с генералом. Ладно, сразимся.
Ух ты. Моя армия на горе какой. Чёрт, мне тут как стрелять. Так, пушки, значит, пусть сверху стреляют. Выход, но вперед. А, здесь холмики всякие. Надо, чтобы ты отсюда выстрелы велись. Если поближе, вот так. Чтобы дальше можно было стрелять. Ну, пойдет так. Теперь пехота. Так как мы атакуем. Два отряда на всякий случай я ставлю прикрывать пушки. Сюда ему обойти. Конница. Так. Пусть пока тут постоят. Да и генерал тоже. В случае чего защитит. Посмотрим, как датские войска построены. Так, вперед. Стреляет по моим пушкам. А нет, по пехоте. Зверская здесь артиллерия в этом моде. Так, я так понял, никто меня не обойдет. На мортиры. Что-то туда стреляют. Так. Конница назад. Назад срочно. Ты куда? Вперед. Не разбериха тут. Вперед. Да поближе, чтобы мортиры не могли стрелять эффективно, так как они... Им надо расстояние для стрельбы большое. Все, вперед. До следующей мортиры. Так, обходим шведские войска.
Так, а это еще кто? Конный полк. Да, ваши-то сражаемся. Войска вперед, здесь порядок. Как-то чтоб не попали. Так, все, это еще тут наверху. А это еще перехватили. Конный полк. Ничего, в штыковую пойдут. Это еще кто тут? А, пекинеры. Задержим. Стороны. Здесь как раз нет уже этих рогаток. Это еще кто? Генерал. Можно уже штыковую посылать. Поможем. Где-то там. За деревьями. А. Эта конница может помочь. Здесь как раз нету уже. А вот начинаются только рогатки. Да. Пушки дальше не достают. Это с кем дерутся? С артиллеристами. Не надо на них время тратить. Пекинеры. Генерала убили датского. Так, пушки, значит, стоп уже. Все, поможем. Вперед. Так кто? А, то пушки. Потом с артиллеристами разберемся.
сюда. Можно же здесь как-то построиться. Из тыла пострелять. Так. Ага, вон кто-то еще. Артиллеристы стреляют из мушкетов. Сейчас пехота подойдет ближе и поможет. Это еще кто? Регулярное ополчение откуда-то взялось еще. А, подкрепление. И забыл. Генерала можно послать. Так, ну что там, пикинеры? Бегут. Конница сейчас добьет, а тут еще генерала своего не убил. Да, конница лучше справляется с артиллеристами, чем пехота. Все. Победа, слава! Так, хорошо. Были мало. Ладно, надо флот строить. Так, попозже и там наймем. Так, достает, достает. Победа! Ладно. Дальше идем. Что указали? Ожидаю приказа.
Хорошо. Штык, нож изучен теперь. Армейский корпус изучается. Ладно, пусть. Уфе надо, конечно, восстанавливать армию. Так, здесь порядок. Здесь войска восстанавливаются. О, надо выключить, отменить налоги. Все равно флот маленький. Денег пока нет. Куда-то они пошли. Так, придется посылать на помощь. Еще войска могу взять, а только отсюда. Да, всех. Норвежскую армию разбили, которая десантировалась. Это что такое? А, блокирован. Ладно, потом, когда деньги будут, построю. Потом улучшится настроение, как это, порядок. Ну, смотрим, что здесь будет. Под прикрытием. Корезно много потерь. Могу победить. Победа!
Победа за нами! Порядок. Так, сюда. Еще не восстановилась армия. Ладно, подождем. Прибыли ж мало. Нужен флот. Без флота ни туда и ни сюда. Это я без пушки забыл нанять. Так, здесь порядок. А если вывести войска? Ожидаю указаний. Ладно, пусть два пока побудет. Есть. На всякий случай. Остальные сюда. Бойцы, вперед! Установка лагеря. Построено, да. Денег пока нет. Что-то, чтобы что-то еще построить. Да, сэр. Ваш покорный слуга. Армия укомплектована. Здесь конницы много. 3-4. Да. И тут 4. Жду приказа. А, здесь. А, вот 4-5-6. Там 4. Ладно. Пусть так будет. Вперед! Марш! Ваш покорный слуга. Так, а куда бы эту армию послать? Пока стоит там. Так, здесь строится порт. Ладно. Дальше. Интересно, сколько там у них армии. Это... Нас не одолеть. Так, победили. Добьем. Победили. Камило. А ваше величество? Назад. Эти сюда. Эти сюда. Марш! Можем проиграть. Победа! Победа. Отогнали их. Марш!
Ладно. Так, вот еще армия идет. Это туда только пойдет. Освобождать Коми. Опять денег нет. Порядок еще плохой. Да, и здесь тоже. Вашим услугам, сэр. Так, а у меня с Мюнстером война. Так, здесь тоже. Если вывести. Что-нибудь еще? Марш! Нафиг завести. О, порядок. Да, ваше величество. Приготовиться. Сэр, марш! Лорд. Жду приказа. Так. Вашим услугам, ваше. Меньшиков. Сюда. Вперед! За корону и отечество! Флот. Сначала, по-моему, сюда. Свистать всех наверх! Свистать всех наверх! И теперь сюда. И теперь армия может пройти здесь. Жду ваших приказов. Готовы! Да, ваше величество. Сначала этот сюда. Да, капитан. Что дальше, куда идем, капитан? А потом этот сюда. Ждем указаний! Так. Да, кстати. Эта армия уже свободна. Ожидаем дальнейших указаний. Так. Плывем сюда. Все флотцы. Сейчас. Порядок. Да, ваше величество. За страну, за честь и за победу. Да. Победа! Порядок. Этот флот уничтожен. Можно поремонтировать пока. Ваше величество. Куда его сюда вот? Есть. Так, хорошо. Еще хуже стало. Так, это... Вроде уже не нанимаю никого. И флот потерял. Ну, в смысле. Или не потерял. Ладно. Так, кто у нас здесь? А, вот это недобитые бегают. Ага. Ладно, пусть догоняют. Так. Эта армия туда, эта армия сюда. У всех. Так, все приказы отдал. Так,
Курляндия войну объявила. Посмотрим. Австрия присоединилась к войне. Так, будем сражаться. Так, а это кто? Да, подкрепление большое. Ничего. Попробуем их разбить.